Йо. У нас проблемы. Какого рода? Сам посмотри. Да блин! Ладно, пойдем посмотрим. С**а, где мой костюм с Алиэкспресса? Все там же. Ну что, пора на охоту, бандиты. Как вы уже поняли, я объявляю охоту на моих фейков. Ну потому что их действительно что-то много развелось. И кстати, судя по комментам, многие до сих пор не в курсе, что я снимаю шорцы. Потому что на длинные видео выделить время мне сейчас очень сложно. Так что если ты не в курсе, переходи на вкладочку шортс и смотри все мои последние видосы. Там, кстати, я и про фейков говорил. А говорил я вот что. Я не играю на общих серваках со скином кролика и с ником Камифлекс. Поэтому если вы увидите Камифлекса со скином кролика, независимо от того, андроида он или с айфона, знаете, это мой фейк. Еще раз повторю, я играю на общих серваках с другим скином и с другим ником, так что не верьте розовым кроликам. Ладно, погнали. И город РППДД, заходи, Федя. Да блин, опять не заходит. Как жить-то? Богатая семья, РП, я батя. Пом, давайте посмотрим, что там за батя. Понятно. Вам не кажется, что слишком долгая загрузка? Он что там, терабайт информации скачивает или что? Ясно. Мирный город, РППДД, заходите, можно курить сигу. Ладно. Вообще курить вредное, осуждаю. Кикет. Чё? А чё кикет-то? Это за то, что я осуждаю или чё? Так, фейков не обнаружено, ищем другой сервер. Короче, я буду просто рандомные серваки тыкать. Так, фейков тоже не обнаружено. Кролик! Но это не Камифлекс. Кикет. Да в смысле? Капец, у меня тут рекламы наоткрывало. Напишите в комменты, кого тоже бесит реклама, которая открывает браузер, когда пытаешься ее закрыть. О, бандит. Найти фейков оказалось не так-то просто, если вести точечный поиск. Опа. Хо-хо-хо-хо. Еще и какой сладенький. Он не просто написал мой ник правильно. Он еще и с айфона. Вы посмотрите, он еще и с шарфиком. Ну, братанчик, до свидания. Да что ты? Какой прыткий заяц. Ладно, мы будем действовать немножко по-другому. Я человек терпеливый, будем выжидать. Давай. Ты же явно вернешься сюда. Ты же не будешь бегать где-то там. Это кто? Геову. С чемоданчиком. Так, ладно, не отвлекаемся от нашей миссии. Карантин. Вот сюда надо всех фейков помещать. Ты же вернешься, сволочь. Я же вижу, что ты на сервере. О, ну, вот ты и попался, дружочек. Фейк уничтожен, моя миссия выполнена. Камифлекс отключился. Но я добился чего хотел. Пойдемте искать другой сервер. Ну тут никого нету. Идем дальше. Блин, вот когда я просто так заходил играть, фейков было просто миллиард. И как будто чую, что на них открыта охота. Учитывая, что это клоны и мозги работают у них так себе, я удивлен, что они могут соображать. Хотя это же мои клоны. Получается, только что себя тупым назвал. И тут спокойно. Да где все фейки-то? Хотел бы я сказать, что на этом сервере спокойно, но походу нет. Так, ну тут фейков я тоже не вижу. Понимаю. Но что вообще здесь происходит? И где все? Так, ну вот один бежит безработный. Не бойся, братанчик, стрелять не буду. Ок. Я не знаю, может, он на превью воткнуть это. Вы только взгляните на это выражение лица. Так, кто тут у нас? Не он. Сомневаюсь. Ну, это, конечно, не фейк Камифлекса, но в целом, я ведь охотник на фейков. Не ончик, скажи мне спасибо, что я избавляю тебя от твоих фейков. То где его найти? Вот там какое-то сборище. Давайте-ка посмотрим, кто здесь. Ясно. Дон Корлеоне. Арабский. Опа. Вы только посмотрите. Он даже рекламу Билайна использует. Прям как настоящий не он. Ну, мы-то знаем. Ладно, братанчик.
Такие дела. Фейк уничтожен, моя миссия выполнена. Теперь мне нужно скрыться. Будем наблюдать, что там происходит. Походу, арабский Дон Корлеоне что-то задумал. Оружие, напал. Раб чисто исполняет. А, ну все. Ладно, бандиты, спасибо, что посмотрели мою охоту на фейков. Если вы захотите поразвлечься, то вы тоже можете поохотиться на моих фейков. Готов поддержать мою власть? Да. Чел, блин, заколебал. Свали отсюда. Тебе задание. На мосту стоит мент, убей его. Ага, разбежался. Я тебя скорее убью. Так мне надо записать уже концовочку. А? Нет, я должен выжить. В общем, бандиты, если вы хотите поохотиться на фейков, добро пожаловать на охоту. Знаете, в общем, если вы увидите розового кролика с моим ником, знайте, это точно не я. А вы заметили, что эти лампы на билборде очень похожи на уши кролика? Да это ж фейк!